Контракты на строительство новых тепличных комплексов в Подмосковье были подписаны. И чтобы было понятно, мы решили измерить площадь этих теплиц в футбольных полях. Получилось 360. Вот на ваш взгляд, это много, мало, нормально? И какие теперь у этого бизнеса открываются перспективы? Сегодня тепличных хозяйств у нас мало. В прошлом году мы открыли порядка 24 гектаров. Это не очень большой объем, но на питерском форуме подписали соглашение еще на 250. Таким образом, при реализации, масштабном реализации этого проекта, мы будем входить в число лидеров по количеству, по производству овощей. А следующим этапом инвесторы, бизнесмены хотят производить и фрукты, в частности, и клубнику, и думают о цветах. Поэтому планы здесь серьезные, грандиозные. Надо сказать, что этот проект развивается еще и потому, что его поддерживает федеральное правительство. Потому что компенсация капитальных затрат предусмотрена в размере 20%, а еще 5% даем мы, наш региональный бюджет. Поэтому и в Луховицах, в Каширском районе, Озеры, Зарайский район – это как раз территории, которые, где создаются рабочие места. И мы, конечно, очень заинтересованы. Это качественные, свежие, полезные продукты питания, в частности, овощи. Поэтому мы всячески поддерживаем эти проекты и очень надеемся, что Подмосковье – лучшее место для строительства вот таких современных комплексов. Потому что здесь рынок, потому что здесь поддержка региональная, потому что здесь есть вся необходимая инфраструктура, в частности, электроэнергия. Ну и здесь же найдутся покупатели. И, конечно, здесь рынок, совершенно верно.